Всем привет, с вами StevePro, и сегодня мы рассмотрим карту под названием Fallout для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот мы появились в такой местности, где у нас одна земля и, так сказать, горы. Ну, на этом стенде нам объясняют правила и объясняют, кем была создана эта карта. Ну и также нам говорят, чтобы мы не использовали читы или какие-то там программы. Так, здесь у нас лежит кирка. Да, прикольно. У нас уже есть броня. Одеваем ее. Ну и я честно признаюсь, что в эту игру я не играл. А игра только Fallout Shooter на андроиде. Ну и зато я очень много слышал о этой игре. Смотрите, там была не прогрузка чанков, и мы видели зомби, да? Скелет слишком быстро бегал. Здесь у нас волки. Ну, если кто-то играл в эту игру, наверное, они сразу узнают эту местность. Но для меня это ничего не означает. Да, я слышал о ней много чего. И также видел много всяких скриншотов на эту игру. Так, что у нас здесь в домике? Так, у нас пустой паучок. Все мы убили. Так, пошлите дальше. Ну, это у нас получается какой-то мотоцикл, да? Ну, по идее, карта прикольная. Мне кажется, этот ландшафт делал сам разработчик. Так, скелет, отстань. Блин, какой гад. Еще паук. Отстаньте, отстаньте. Ух ты, мы убили. Все. Слава богу. Еще зомби-житель. Ну-ка. Да, здесь очень много зомби. Так, я хотел взять шлем. Все, мы теперь полностью одеты в броньку. Так, смотрите, кстати. Там у нас расположена машина, да? Это какой-то у нас автобус. И здесь рядом с нами ходит Эндермен, который уже спер блок. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Но такой прикольный автобус. Дальше у нас тоже какой-то есть автомобиль. Так, это у нас КамАЗ. Но он у нас тоже пустой. Так, здесь нам пишут, попробуйте выжить в таком мире. Ощутите, типа того, как выживают другие люди. Ну, мы в Майнкрафте это ощущаем каждый раз, когда выживаем. Ну, давайте... Так, это у нас вартаки. Я думал, что тут написано. Ну, давайте продвинемся дальше. Так, смотрите, там были лестницы, нет? Да. Ну, это, наверное, сделано просто так. Так. Я уже хочу есть, но... Что ж, я... Ну, наверное, больше ничего остается, как сиська, гнилую плоть. Давайте посмотрим, что со мной будет. А нет, смотрите, все нормально. Ну, давайте, да, пойдем дальше. Так, здесь у нас какой-то крест. Смотрите-то, прикольно выполнен крест. Можно запомнить и сделать себя, допустим, там на сервере или в одиночной игре. Будет прикольно выглядеть. Так, смотрите, еще один домик. Ну-ка, давайте зайдем. Сундук. Так, не открывается. Ну, давайте сломаем доски. Вдруг в нем что-то лежит. Ну, я не знаю, можно ли здесь что-то ломать, но об этом ничего у нас не написано. Но у нас, к сожалению, пустой, блин. Ладно. Так, идем дальше. Здесь у нас почему-то уже начинает, как бы, так сказать, плоскость. Свинка. Так, ты нам нужна. И ничего себе не выпало, к сожалению. Ну, давайте отправимся дальше. Время у нас еще есть. Так, здесь у нас какие-то руины. Как ступеньки. Я думал, может, спуск. Солнышко. И смотрите, наверху у нас что-то есть. Но лестницы я здесь не наблюдаю. Поэтому я залезу сюда. Так. А, вот давайте отсюда залезем сюда. Ну что ж. Вот, смотрите, такая карта. Скачивайте. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.